Всем привет! Говорят, понедельник – день тяжелый, правда ли? Нет, для нас понедельник – это день начала новых и интересных событий, и мы тебе это докажем. В эфире «Универньюз» и я, Дмитрий Леонтьев. Смотри сегодня! Репетиция будущих побед. В Казани проходит Всероссийская IT-олимпиада. Равнение на середину. В КФУ началась строевая подготовка студентов. Новый формат старого праздника. Студенты-геологи КФУ отметили свой профессиональный день. Четвертого апреля ректор КФУ Ильшат Гафуров встретился с членами консультативного научного совета фонда «Сколково». О чем шла речь на заседании и какие вопросы поднимали на встрече, смотри далее. Как правило, 4 раза в год проводятся заседания консультативного научного совета фонда «Сколково». В научном совете работают 5 секций в соответствии с приоритетными направлениями развития инновационного проекта «Сколково» – информационные, биомедицинские, энергоэффективные, космические и ядерные технологии. 4 апреля в КФУ прошло очередное заседание научного совета фонда «Сколково». На встрече ректор Казанского федерального Ильшат Гафуров рассказал о структуре университета в целом, подробнее описал работу естественно-научных направлений университета, показал гостям расположение Казанского университета в рейтингах как российских, так и мировых. По танцу, по глобальным рейтингам мы занимаем позиции 31-350. Остальные здесь. Хорошо или это плохо, мы посчитали, сколько примерно университетов в мире, мы входим в топ 1% всех университетов в мире. Научный совет фонда «Сколково» – это 27 ученых мирового уровня, трое из которых – нобелевские лауреаты. Гости с большим интересом посетили музей КФУ. Видно, что Казанский университет за последние несколько лет кардинально вообще изменился. И я думаю, просто его развитие очень большое. И очень важно, что у вас в университете развивается на базе институтов в Федеральном университете развивается междисциплинарные исследования. И мне особенно понравилось, как вы развиваете биологические и медицинские исследования, сопрягая их вместе с исследованиями на физическом и химическом, ну, я говорю, по старому факультетах, в институтах. Приоритетные направления развития инновационного проекта «Сколково» очень интересны для ученых КФУ, в частности, биомедицина. Не секрет, что биомедицина и фармацевтика стоят на первом месте приоритетных направлений развития КФУ. Аделя Валеева, Руслан Уразаев, Универньюз. Информатика сегодня – это самая продвинутая и перспективная наука. Именно от находчивости и знаний будущих IT-специалистов зависит прогресс и научное будущее нашей страны. Именно они съехали с Казани с абсолютно разных уголков страны, чтобы продемонстрировать свои знания на Всероссийской IT-олимпиаде. Самые интересные подробности в торжественной церемонии открытия смотри в нашем следующем сюжете. 4 апреля в деревне Универсиады состоялось торжественное открытие 28-й Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Состязаться между собой предстоит школьникам с абсолютно разных городов и регионов России. Все участники являются достаточно подготовленными. Это победители и призеры различных IT-конкурсов. Продлится олимпиада до 9 апреля. Конечно, есть на Всероссийской олимпиаде участники из Татарстана и конкретно из нашего лицея имени Лобачевского. И мы очень рады, что они уже вошли в этот состав Всероссийской олимпиады. Мы очень надеемся, что кто-то из них попадет и на мировую, международную олимпиаду. Будем за них болеть. А сейчас остается им пожелать только успехов, потому что весь Казанский федеральный университет переживает, как они выступят на этой Всероссийской олимпиаде. Стоит отметить, что Всероссийская олимпиада по информатике для школьников в Казани проходит уже во второй раз. Впервые ее провели в 2012 году, и среди участников есть и те, кто испытал свои силы на первой олимпиаде. Первый опыт участия в ней, по признанию самих участников, является очень ценным. Последние несколько годов задачи были скорее не на знание каких-то алгоритмов особых, а на особую идею, которую ты можешь применить. Вообще главное перед Олимпиадой, вот именно перед Олимпиадой, это хорошо отдохнуть. То есть вот сейчас загружать голову чем-то особыми алгоритмами не нужно.
Все участники рассматривают состязание практически как репетицию Международной олимпиады по информатике IOI, которая пройдет уже в августе этого года. Открытие Всероссийской олимпиады по информатике стало большим событием для Казани. И Казанский университет не остался в стороне. КФУ является одним из главных организаторов ее проведения. Университет заинтересован не только в проведении олимпиады, но и в достижении больших высот школьниками нашей республики. Ведь IT-достижения являются большим шагом в будущее. Аделя Мухаммедшина, Роман Самарин, Универньюз. Современные методы лечения аневризм аорты дошли до университетской клиники «Казань». О том, какое требуется оборудование и что из себя представляет альтернатива открытому хирургическому вмешательству, подробно в сюжете Дианы Янтимировой. Аорта – самая большая артерия в организме человека. По ней кровь поступает из сердца во все органы. Если ее диаметр увеличивается, это приводит к аневризме аорты, то есть истончению ее стенки, что может привести к ее разрыву. Такое состояние требует хирургического вмешательства. Современная медицина предлагает решение проблемы – эндопротезирование аорты. Теперь сосудистые хирурги университетской клиники «Казань» проводят такое лечение. Консультировать врачей клиники приехала старший научный сотрудник Института скорой помощи имени Склифосовского, кандидат медицинских наук Наталья Черная. Сосудистыми хирургами Луканихиным Владимиром Анатольевичем, с Мендубаевым Ленаром мы знакомы давно, еще со времен второй скоропомощной больницы. Для них это не новость, они уже работали с данными типами протезов, поэтому в университетской клинике все будет проводиться, проводится и будет проводиться. Операция проводится с помощью специального оборудования – рентген-диагностической установки. Эндопротезирование аневризмы аорты является современной альтернативой открытому вмешательству. Операция выполняется под спинальной и местной анестезией через небольшие проколы в паховых областях. Под контролем рентгента в бедренную артерию вводятся катетеры. По ним проводится эндопротез. Последним этапом после операции является установка стенграфта вместо аневризматического расширения аорты. Метод лечения является малоинвазивным. Период восстановления после операции всего 2-3 дня. Должно быть обязательно в университетской клинике. Это серьезный плюс для университетской клиники. То, что здесь стали делать такие операции. Эндопротезирование аорты – лечение, которое требует серьезной подготовки пациента и последующего наблюдения лечащим врачом. Всего этого можно избежать, если внимательнее относиться к своему здоровью на протяжении всей жизни. Врачи считают, что лучшей мерой профилактики является отказ от курения, контроль артериального давления, активный образ жизни, а также отсутствие лишнего веса. Диана Янтимирова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Интернет так и кишит интересными новостями, о которых мы тебе расскажем в рубрике «Веб-ньюс». Рустам Миниханов посетил с официальным визитом королевство Бахрейн. В ходе визита президент Татарстана встретился с представителями королевской семьи, побывал в доме Корана и главной мечети города Манама, а также посетил гонку «Формулы-1» на Гран-при Бахрейна. Казань готовится к республиканской студенческой весне. Фестиваль возьмет старт 21 апреля, а гала-концерт же пройдет 26 апреля в концертном зале «Уникс». Открывать фестиваль предстоит студентам КГСУ. В Буинском районе Татарстана затопило мост через Свиягу. Проезд транспорта по мосту запрещен. Водителям рекомендуют объезжать аварийный участок. В высшей школе государственного и муниципального управления КФУ обучили крымских госслужащих. Группа из 27 руководителей сельских поселений Бахчисарайского района Крыма прошла подготовку по уникальной расширенной программе, в которую помимо теоретических лекций вошли также практические занятия и даже стажировка в одном из районов Татарстана. В Приволжском федеральном округе создадут аналог «Золотого кольца». Туристический маршрут объединит в себе крупнейшие достопримечательности региона – древний город Болгар в Татарстане, музей Чапаева в Чувашии, Шереметьевский замок в Мариэл, бункер Сталина в Самарской области и многое другое. В Казани завершился 8-й всероссийский детско-юношеский фестиваль по брейк-дансу «Рэп на голове». 250 юных танцоров со всей России выявляли лучшего в брейкинге в течение 2 дней. Пьяный казанский водитель сдался полиции, спасаясь от пешеходов. Свою явку с повинной нетрезвый мужчина за рулем объяснил тем, что за ним якобы следит группа прохожих, и ему требуется помощь сотрудников ГИБДД. КФУ и Французский институт нефти открывают совместную магистратуру. Старт реализации программы запланирован уже на осень 2016 года.
«Уникс» досрочно вышел в плей-офф единоликий ВТБ. Казанская баскетбольная команда за три тура до завершения регулярного чемпионата обеспечила себе второе место и получила преимущество домашней площадки в играх на вылет. Две девушки из Татарстана поборются за звание «Мисс России 2016». Одна из претенденток – 21-летняя студентка КФУ Софья Мустафина. В этом году девушка уже завоевала титул «Мисс Казань» на республиканском конкурсе красоты. Всем известный телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман посетил Казань. Эксклюзивное интервью гения интеллектуальных игр прямо сейчас. Смотрим. Анатолий Вассерман – известный журналист, политический консультант и победитель интеллектуальных телеигр. 4 апреля он приехал в Казань, чтобы пообщаться со студентами Татарстана через игру «Что, где, когда». Признанный гений ответил на вопросы интеллектуальной игры, но наша съемочная группа подготовила такие вопросы, на которые сам Вассерман затруднился ответить. Что значит для вас красота? Вы знаете, я даже не могу на этот вопрос ответить. Ну, то есть, когда что-нибудь вижу, я могу, как правило, быстро решить, красиво это для меня или нет. Но именно решить каждый раз заново. А какого-то готового списка признаков красоты у меня нет. За таким списком надо обращаться разве что к Николаю Гавриловичу Чернышевскому. Он рассмотрел этот вопрос в своей диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» и к Ивану Антоновичу Ефремову, который в нескольких своих книгах и рассказах рассмотрел, как и полагает биологу, вопрос о биологических истоках красоты. Анатолий Вассерман побывал в студии студенческого канала КФУ «Универ Смотри» и даже снялся в программе «Экономикс». Также он провел лекцию, где рассказывал о политической ситуации в России через 50 лет. Мы не отстали от темы и узнали прогнозы Вассермана на будущее молодежи. Какова молодежь России сейчас? Какой она будет через 50 лет? Естественно, через 50 лет молодежь изменится, поскольку изменится и весь мир. Как именно изменится, предсказать пока трудно, но надеюсь, что поскольку весь мир к тому времени будет намного более коллективистским, чем сейчас, когда его искусственно пытаются раскалывать на людей, не способных помогать друг другу и оказывающихся один на один с крупными корпорациями, то, наверное, и молодежь тоже будет значительно более коллективистской, чем сейчас. Ну а как я смотрю на нынешнюю молодежь? Нынешняя молодежь любит роскошь, имеет плохие манеры, презирает авторитеты, сказал Сократ. Как видите, за прошедшие 2500 лет ничего не изменилось. И так же, как тогда, так и сейчас нынешняя молодежь всегда хуже, чем надеется старшее поколение, и всегда с годами оказывается лучше, чем ожидает старшее поколение. Думаю, что и эта молодежь превзойдет мои ожидания. Мы не упустили возможности задать самый популярный вопрос Вассерману. Сколько весит ваша жилетка? Зачем вам столько предметов носить с собой? Сейчас мой жилет весит примерно 7 кило. А ношу я много всякого, потому что при моей кочевой жизни очень многое может понадобиться совершенно неожиданно и очень срочно. Я ношу с собой даже инструмент для спасения попавших в автомобильные аварии, хотя он мне, по счастью, еще ни разу не понадобился и очень надеюсь, что никогда не понадобится, но я рассудил, что лучше все-таки, чтобы он у меня был и не понадобился, чем чтобы я хоть раз пожалел о том, что его у меня не оказалось. Но в обычное время
и можно просто хлеб порезать. Это было эксклюзивное интервью Анатолия Вассермана. Подробный сюжет смотрите завтра на канале «Универсмотри». Анастасия Иванова, Руслан Уразаев, Роман Самарин, «Универньюз». Первое воскресенье апреля свой профессиональный праздник отметили геологи. Этот день – день памяти советским ученым, которые внесли огромный вклад в экономику страны. В Казанском университете в честь 50-летнего юбилея праздного Дня геолога прошло торжественное мероприятие, на котором побывала наш корреспондент Диана Авакян. Благодаря труду советских геологов и их преданности своему делу в 60-е годы была создана мощная минерально-сырьевая база, во многом за счет которой сегодня существует наша страна. В память об их заслугах День геолога празднуется каждый год в начале апреля. Именно в это время начинается подготовка к летним полевым работам и экспедициям. Согласно традициям еще советского периода, в канун профессионального праздника награждаются ведущие геологи и специалисты в этой отрасли. В стороне не остался Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Я считаю, что геолог – это главная профессия России сегодня. Сегодня геология приносит в казну России половину бюджета. Вот, я думаю, что в будущем тоже будет приносить не меньше. Раньше геология считалась исключительно мужской профессией, однако теперь среди исследователей земных недр немало представительниц слабого пола, что было заметно на праздничном концерте. Геология, она профессия достаточно творческая и, может быть, даже и кабинетная в некоторых случаях. Вот, связана с путешествиями, вот, наверное, поэтому и выбрала. Учащиеся и сотрудники института радовали зрителей не только песнями и танцами. Известно, что у геологов своя уникальная культура, фольклор и профессиональный юмор, который в любую погоду помогает им преодолеть полевые трудности. Закончился вечер награждением самых активных студентов и выдающихся преподавателей. Их самоотверженность и любовь к своему делу в будущем будут основой для нахождения новых богатств. У нас вот есть такой тост в этот день, да, за тех, кто в поле. Приходите к нам, Институт геологии. Вам дадим прекрасную профессию, с которой вы нигде не пропадете, по всему миру найдете себе работу высокооплачиваемую и станете замечательными, востребованными, успешными людьми. Диана Вакян, Руслан Уразаев, Универньюз. Казанский федеральный в эти дни все больше становится похожим на военную академию. Тут и там раздаются команды: «Смирно, равняйсь, становись». А молодые ребята ходят строевым шагом, затягивают фронтовые песни и примеряют солдатские гимнастерки. Связано ли это как-то с началом весеннего призыва или все скрыто гораздо глубже, узнаешь в нашем сюжете. В спортивных залах «Уникса» оживленно как никогда. Преподаватели, к своему великому удивлению, видят среди многочисленной толпы даже тех студентов, которые обычно появляются здесь только во время сессии. Что это, обыкновенное чудо или магия весеннего призыва? Ни то и ни другое. В Казанском федеральном началась подготовка ко Дню Победы. И по традиции главными действующими лицами в праздновании снова будут студенты. Это очень хорошая идея — провести марш, студенческий марш Победы, и приурочить его к Дню Победы. Но в этом году это уже мы рассматриваем мероприятие как традиционное. Естественно, есть желание у руководства, но в большей степени есть желание у самих студентов провести такое мероприятие, а главное у студентов принять участие в нем. С тем, чтобы воздать, может быть, память тем не только работникам и сотрудникам, студентам университета, но и всем гражданам, всем, в общем-то, советским людям, кто погиб в годы Великой Отечественной, кто воевал. Здравствуйте, товарищи студенты! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с праздником Победы! В этом году, как и в прошлом, по улицам Казани пройдут 210 студентов. Попасть в их число довольно непросто. Требования местами строже, чем в армии. Это и выправка, и четкий шаг, и внешний вид, и, конечно же, чувство плеча. И если сейчас многие с трудом представляют, что такое строй, то к 9 мая перед взводом Казанского федерального поставлена цель промаршировать не хуже кремлевских курсантов. Удастся или нет, увидим совсем скоро. На подготовку у ребят осталось около месяца. Александр Александров, Роман Самарин, «Универньюз». Весна – это еще и разгар ежегодной спартакиады вузов Республики Татарстан. Одним из фаворитов в этом турнире считается Казанский федеральный. И заветные очки в копилку университета традиционно приносят наши баскетболисты.
Они в эти выходные встретились с командой «Книтуха КТИ». В спортивном зале «Уникса» состоялся матч спартакиады вузов Республики Татарстан по баскетболу среди женских команд. Сборная Казанского федерального встретилась лицом к лицу с командой КХТИ. К вузовским соревнованиям университеты готовились в течение всего года. С первых минут игры КФУ взял инициативу в свои руки, лидируя на протяжении всего матча. Команда КХТИ много раз прорывалась к корзине соперника. Броски были результативными, но, к сожалению, не принесли команде победы. После первого периода счет игры составлял 4-15 в пользу Казанского федерального. Достойный соперник продемонстрировал хороший уровень игры. Матч закончился со счетом 67-21. Поздравляем с победой сборную КФУ. А на сегодня у меня все. Пока-пока!